Всем доброго времени суток, с вами Саня Электрики, мы продолжаем играть в Game Dev Tukon. Потеряли фоны, сняты с продаж. Да, денег у нас вообще мало. Так, назовем ее Дорида. Любое название пока. Денег вообще не будет, наверное, у нас. Инди 18+, тематика. Фэнтези, жанр, РПГ, платформа, ПК, игровой движок. Пусть будет РПГ. Далее. Начать разработку. Оу. 2К. Так, история квесты будут, движок будет. История квест. Линейный сюжет, простые катсцены, не простые катсцены, сохранение, мультиплеер. Мышь, джойстик, развитие персонажа. Да, стану я банкротом. Диалоги чуть-чуть. Интеллект так себе, что диалоги. Редактор органы. Окей. Не знаю, что получится. Вью, я проиграю. Монозвук. Открытый мир. Не, смена дня и ночи. Звук так, так. Быстрее, быстрее, быстрее. Давай, давай. Так, никаких нового ничего нету. Выпустить игру. Ну, что же скажут о нашей игре? Думаю, будет плохие сомнения у них. Плохо. Фэнтези и РПГ. Да. Пустая трата времени. Симулятор. О! Популярный жанр симулятор. Создать новую игру. Блин. 5. Спорт. Раз. Пусть будет так. Не знаю, правильно я написал. Тематика. Гонки. Платформа ПК. Игровой движок РПГ. Для всех. Далее. Начать разработку. Так, движок. Ну, движок так себе, история квеста вообще. О, пусть такой будет. Геймплей больше. Сюжета никакого. Хотела. Ладно, линейный сюжет. Руль, геймпад. Ой-ой-ой. Так, напарники будут, редактор уровней. Интеллект у нас будет такой, и какой-то диалоги. Кай. Дизайн мира хороший, открытый мир. Звук хороший. Ничего нового, ау, новый уровень. Да, игры я стал делать плохие. Ме. Очень даже плохие. Пустая трата денег. Вот что значит давно не играть в Game Dev Tukon. Создать новую игру, назовем ее
Супер. Тито. Блин, опять привычка менять язык. Супер. Пер. Тито. Все что угодно, чтобы вернуть средневековый жанр RPG. Не-не-не-не-не-не, какой RPG? Боевик, может. Супер. Не, просто может. Battlefield. Пока. Юра Дежок. RPG пусть будет. Сейчас разработку. Начать сначала. Ну что ж, пропустить обучение. Все сначала. Ну, имя будет то же, а компания будет другая. Банкрот я стал. А компания будет... Компания будет... Гейм... Гейм, 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 гейм. Гейм оф... Блин, даже не знаю. Как компанию назвать? Galaxy... Галактические игры, шо ли? Games... Ладно, пусть будет Super Games. Компания. Вот так. Что ж, давайте начнем создавать игру. Создадим новую. Назовем ее... Это будет наша первая игра. Мэм с Марио. Жанр. Ой, лучше боевик. Тематика. Военная. Блин, а Galaxy War. Пусть будет так опять. Galaxy War. Пока. Далее. 2D графика. Значит, разработку. В этот раз будем по-другому все действовать. Так, движка меньше, это же геймплея больше, меньше истории. Это, наверное, было слишком. Диалоги будут. Дизайн будет офиген, интеллект будет. Движок я не очень сделал. Дизайн мира, графика офигеть, звук норм. Решай баги. Все отлично. Ничего нового. Да. Загрузка. Так, попробуем все взять в свои в руки. Давайте мы вот что сделаем. Найти работу по контракту. Принять контракт. Давайте. Быстрее! Дебилы, блин, да? Слишком сложно для вас. Да. Никто не пойдет в отпуск. Никто.
принять. Да вы чё, блин? Вообще? Обалдели. Так. Идти работать по контракту. Принять контракт. Вроде бы ничего сложного. Есть. Ну, извини, чувак, одного мы уволим ради денег. Уволит. Да. Буду пока один, опять. Исследование, ой. Самому не справиться. Ну ладно, попробуем. Надеюсь, ты сможешь. Давай, давай, давай. Отлично. Так, создать новую игру. Так, опять. Ду. Спортс. Жанр. Симулятор. Тематика. Гонки. Платформа. PC. Платформа, Play System, игровой движок, RPG, далее, блин, ладно, движок норм, второй квест чуть-чуть, сохранение, мультиплеер, мышь, джойстик, импад, руль, развитие персонажа. Чуть-чуть, редактор уровня, улучшенные диалоги, улучшенные напарники. Давайте, решите проблему. Когда, так, мазок, смена дня и ночи, открытый мир, звук, дизайн мира, большая графика. Вот так. Да, не-не-не. Так, и что тут у нас? О, отлично. Баги решаются. Ну, пока мы одни справляемся. Завершить. Даже рекорд есть. Зашибись в дизайне. Что скажут о нашей игре? Да, видимо, геймдев тукун мне не продолжать. Не очень весело, не утешительно. Не весело, ошибись. Видно, мне лучше не продолжать геймдев тукун. Зашибись. Так. Ду. Не-не-не. Данте. Жанр боевик. Тематика военная. Платформа PC. Движок RPG. Данте. Пусть будет так, я не знаю.
Движок будет классный. История квеста, чуть-чуть профессиональный сюжет. Да хана мне опять. Да нам насрать. Диалоги чуть-чуть. Ну, ладно, пусть будет. Ну все, мне хана. Я банкрот. Давай быстрее. Материал корзины одно и то же, одно и то же получается, да? Одно и то же. Извини, мужик, я тебя увольняю. Да, извини, создаем новую игру, называем ее. Еще раз, о, блин, опять то же самое. Спор, не. Нави, пусть будет Нави. Жанр боевик, тематика военные, платформа ПК, игровой движок 3D3, пусть будет, мне насрать. Разработку, что получится, то получится. История квеста чуть-чуть, движок больше. Не, движок меньше, история, ладно, что-нибудь сейчас наделаем, не насрать уже. Что ты думаешь, что ты думаешь? Ты ни хрена не делаешь, сейчас уволю. Диалоги, интеллект, дизайн, уровень такой, интеллект такой себе. Вот так вот. Знаешь? Пошел уже. Плачу деньги за то, что ты кофе пил, да? Базовый звук. Тут дизайн мира. Да говно будет опять, говно, я же говорю, говно. Не покупайте, ух ты, это уже такое говорят. О, блин, что-то у меня не получается уже делать игры. Так, сотрудники, извините, я вас уволю, не, я тебя уволю, а увидим, как это будет. Так, создать новую. Просто фэнтези, жанр RPG, тематика средневековая, платформа ПК, игровой движок RPG, средние. Thank you.
Так, увидим, что получится. Все, пусть так и будет. Баги, баги, баги. Да думаю, опять начнется не то что-то. Ладно, все. На этом летсплей по Game Dev Tukon заканчивается. С вами был Саня Электрик. Если хотите, чтобы я все начал сначала, напишите в комментариях. А так, всем спасибо. Это была такая серия, такая неудачная. Всем спасибо, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока. Удачи вам. Да.